Силовком 2014 начинается! Точка, в которой резко поменялось количество участников, это 2008 год. Дело в том, что пока в светлые докризисные времена на Зеландконе в 2007 году было 3500 человек народу. А в 2008 до нас доехало 1200. Ну, то есть в три раза. Если говорить там бизнес-языком, падение продаж в три раза – это смерть компании. Ну, мы выжили, да. Но мы немножечко... У нас был, во-первых, некий подкожный запас. У нас сейчас сформирован достаточно большой, мощный запас ресурсов. Ну, то есть, по крайней мере, столы на ярмарку у нас свои. Нам не надо их каждый раз где-то арендовать, они есть. То есть мы как-то сумели за счет материальных приобретений сложить какую-то свою инфраструктурную базу, и она нам сильно помогает сейчас выживать. Хотя реально мы достаточно сильно зависим от людей, приходящих из города. Сейчас, если раньше мы могли на оргвзносах оперировать, то есть вот на тех взносах участников в проведении, то сейчас у нас больше и больше расчет на то, что к нам будут приходить горожане и вместе с нами радоваться, участвовать во всем этом. В прошлом году в ДК вот на основные дни, то есть на второй, третий дни, когда полный день идет, но с первый день короткий, последний день короткий, а второй, третий, они широкие, большие, полные программы. В них было порядка 600-700 человек приходило. Это хороший показатель? Ну, по сравнению с позапрошлым годом, когда приходило 450, хороший. Бежали с самодрядкого некроза, да мне скажите эту дуру, черти носа, и только в дом вернется, пристрелю! Ах, бабушка, ведь я тебя люблю! Но меня не скажу право, поскольку на меня права нет, что прав лишь я, а вы всегда не правы, вам запросто докажут пи***ля.
Мы начинаем ежегодный, ставший уже традиционным, бой быков, на котором мы попытаемся выяснить, кого эти мэтры ролевых игр видят в каждом из вас. Какие качества они ждут от вас? Какие ожидания они связывают с вашим приездом на их игры? Сейчас они в прямом эфире буквально столкнутся рогами и будут рассказывать о том, будут рассказывать свое видение следующей темы. Роль для игрока или игрок для роли? Я считаю, что именные роли или там существующие какие-то жесткие роли, которые прописываются в самом начале красиво, все-таки роли, и потом за них идет какая-то борьба, это проклятие, которое с нами осталось с предыдущих веков. Этого быть не должно. Когда делаешь игру, ты, конечно же, выстраиваешь в голове определенную структуру, но заметная часть должна делаться под игрока с учетом его пожеланий, ожиданий, целей приезда на игру. Ну вот мы, например, просто отказались от именных ролей. Если мы начнем подбирать роли под игроков, то нужно все-таки понимать, что мы выбрали какой-то определенный сюжет, какой-то определенный мир, в котором уже есть какие-то известные персонажи, без которых, в общем-то, было бы странно, что мы выбрали эту тему, а кого-либо из них нет. Вы можете охарактеризовать как-то вот человека, участвующего в средний возраст, профессия? Ну, я могу охарактеризовать так, что это человек с интересом. Человек, у которого есть что-то за душой, и ему что-то интересно. Ему может быть интересна история, ему может быть интересна литература, ему может быть интересно ремесло, музыка. Но это ярко выраженный человек с интересом. Это такой дефицитный человек в нынешнем времени. Есть люди, которые пришли к нам на ZealandCon что-то поделать, просто с улицы. Человек прочитал где-то, что вот, или ему кто-то из друзей рассказал. Он приходит и говорит, а я хочу на ZealandCon поработать. При том, что в работу у нас чисто волонтерская, человек просто включается, он начинает что-то делать. Здравствуй, зародившийся день. В вышине распахнулись дороги небесные. Ведь и утро настаяла старая тень, уступив место мчащимся с новыми песнями ветром, с белыми гривами ветром, чтоб стали счастливыми ростком, жизнь познавшим из пламени. Солнцем на знамени. Раз, два, три, вперед. Раз, два, три, вперед.
Следующий. Вперед. Два. Три. Три. Да.